Когда вы работали над этой пьесой, вам вы руководились разумом или руководились режиссерской интуицией? Вот у меня выбор эпохи, то, что географически это Италия, это все понятно, здесь не надо ничего делать. Вот все-таки с 20-е годы, вот я про эстетику все понял, но эстетика, она в Италии была и в 20-е годы 17 века, и будет в 20-е, 21-е. Я скажу, вообще... Очень сложно. У каждого режиссера, у каждого художника есть свой внутренний компас, как двигаться в темноте. В принципе, надо двигаться в темноте. И даже вот Маша Муси, чудная актриса... Это исполнительница главной роли. Да. Mm-hmm. Она чудная, известная актриса. Она любимая актриса, кстати говоря, Некрошуса. Она там, у него сыграла все, что Некрошус ставил, такие драматические роли. И я ей сказал: Маша, придется раздеться догола, прыгать в огонь и делать неизвестно что. Еще я даже не знаю, чем мы закончим это. Она побледнела, но согласилась. Ей было очень тяжело. Но она переступила все и выскочила из собственного амплуа далеко. Я думаю, что очень важно, вот для меня очень важно, когда отовсюду приходят... Вот антенны, вот как-то вот это, а может быть вот так, а может... Я не думал, что это будет 20-е годы. Складывается все, понимаете? Ясно, это складывается. Общем... Вообще это называется интуиция. Да, я это либо называется отбор. Ага. Ты сидишь и ждешь, когда по реке мимо проплывет нужная щепочка. Угу. Но, как говорят зен-буддисты, истина приходит тогда, когда ее перестаешь искать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».